Всем привет, Blender 2.79, и в завершении вот этих всех роликов именно по игре последний этап нужно сделать, чтобы патрон, когда летит с танка, убирал стену. Так, что можно сделать? Так, давайте сначала танк вот этот удалим, чтобы не отвлекал именно. Потом можно его вернуть будет. И подгрузим сюда стену. Так, импорт. Опс. Стена. Вот такой кусок стены. Его можно уменьшить, увеличить, растянуть и так далее. Немножко поставим S. Уменьшим. Посадим чуть-чуть пониже. Ну и сделаем ему именно такую штуку. Выберем его, добавим физику, добавим ему именно с динамикой. Все, здесь пока ничего трогать не будем. И добавим. Сначала выберем пулю, вот это, по прошлому ролику. И добавим игровое свойство. Вот это боковое. Назовем его патрон 2. Enter. С патроном никаких действий делать не будем. Вернемся в первую сцену, вот это, на первый слой. Выберем правой кнопкой мыши куб, и нужно поставить ему вот здесь, добавить игровое свойство, тоже поставим, напишем стена, enter, пока тут ничего тоже менять не надо, и добавим ему сектор будет столкновение, и добавим ему актуатор, это будет у него правка объекта. Правка объекта будет говорить вот этой стене, что она должна удалиться, удалить объект. А здесь вот свойство, напишем патрон 2. Enter. И все это дело свяжем. Ну, в принципе, и все. Так простенько. Теперь вот таким образом можно поставить. И посмотрим, как он убирает это дело или нет. Жмем P английскую. Сейчас включится игра. Вот. И вот стреляет, убирает куб. Escape. Теперь можно этот куб размножить. Делаем Shift D, щелчок. И перетягиваем его вот так. Семерка на нампаде. Побольше их поставить. Shift D, щелчок. Перетягиваем и Shift D, повторяем вот сюда, вот так вот ставим. Теперь можно все это выбрать и поставить еще рядом через Shift. Щелчок, щелчок, щелчок. Так, камера нам не нужна. Ее можно еще раз выделить и убрать. Вот так, выбираем кубы, семерка на нампаде, Shift D, и все-таки камера выбралась. Так, ну вот эту камеру можно удалить, и вот у нас вот такая вот стена. Сверху она будет выглядеть вот таким вот образом. Ее можно сделать поменьше, потоньше, ну, чтобы пуля попадала по ней. Ну и давайте постреляем немножко. Английская, заходим в игру, бац, 2 вылетает сразу. И теперь почему-то конец игры, перезапускается, убирается. Почему-то не хочет их убирать. Хотя они дублированные. Так, смотрим, что да как. Выбираем танк. Танк с динамикой. И нужно выбрать теперь на втором слое вот этот патрон. Ставим его тоже с динамикой.
Переходим на первый слой. Попробуем еще раз. Вот так поставим. Ну, вроде должна пуля попадать. Не так низко они сидят. П английская. Бац. Есть. Поехали. Так, подвисает, перешли на второй уровень. И получается, нужно вот это все дело. Теперь так, Ctrl-Z, Ctrl-Z. Это delete. Так, вот эти оставим, а вот эти можно пока поудалить. Delete, удалить. Ctrl-Z. Оставляем один куб вот это, а эти можно delete, удалить. Смотрим, что не так, что пошло не этак. Так, все, патрон настроен, патрон стоит. Динамика стоит, актор стоит. Жмем P, английская, и поехали покатаемся. Кто-то начал барахлить. Так, удаление, все стоит. Не понимаю, в чем проблема. Стена. Целое число. Shift-D продублируем, рядом поставим. Смотрим P. Есть, убирает. Упал, отжался. Так, эскей. Вот этот куб тогда попробуем удалить. А вот этот куб попробуем размножить. Так, Shift-D. Рядом ставим. И Shift-D вот здесь еще раз поставим. Попробуем, как он будет по ним попадать. P. Первый куб убирается. Танк проваливается. Это нехорошо. Значит, нужно танку поставить не с динамикой, а персонаж. Жмем теперь английское P. Включается, убирается. Убирается, и вот этот куб тоже убирается. Все, жизни работают, даже портал тут у меня есть. Сейчас покажу. По прошлому ролику вот я установил портал. И давайте посмотрим, как еще можно порталы делать. Да? Добавим Shift-A. Куб. Так, пардон, не куб. Delete, удалить. Shift-A. Добавим полисетка конус. Вот он, такой вот конус. И теперь табуляция. Заходим в режим редактирования, нажимаем на верхнюю вот эту вершину и немножко можно ее припустить. Теперь табуляция и все это дело. Так, А, английская, табуляция. Находим правой кнопкой мыши и поднимаем кверху. Вот такой может быть прикольный портал. S нажать, если вот таким вот образом. И немножко еще выше приподнять. Танк на него наезжает и телепортируется в другую точку.
Вот такая штукенция будет прикольная. Так, немножко, конечно, ниже надо посадить табуляция, вершина правой кнопкой мыши и еще ниже вот так вот посадить. Ну, давайте проверим, как он на него будет заезжать. П английская. И посмотрим. Низко он сел. Танк. Что-то с ним не то. Опять выбираем танк. Актор. Высота шага чуть-чуть уменьшим. Сила прыжка. Максимальная скорость падения. Так, персонаж неподвижно. Сенсор. Давайте попробуем сенсор. П. Включаем. О, поднялся. И вот он уже заезжает на портал. И можно будет уже телепортироваться. Вот такая штукенция. Ну а теперь немножко еще можно пострелять перед выходом. Также вот аптечка, все берется. Уже не берется, потому что сенсор стоит. Парадокс. Так, твердое тело с динамикой неподвижно. Актор. Жмем P. Заходим, едем. Тут уже нужно с динамикой ставить. Вот он уже камни может расталкивать. Также он их может толкать, вот выкидывать за грань и брать, чтобы брать вот эти вот кубы, вот эти все артефакты, ему нужно ставить. Попробуем так. Персонаж. П. Вот тут берет, но зарывается вниз. Эскей. Ставим ему. Так, перекрывать. Сенсор попробуем. Пи. Так, это вот он не берет. И аптечки уже перестал брать. Берем, ставим с динамикой. Жмем английскую пи. Все, здесь он все берет. Кубы расталкивает. И на портал заезжает. Все нормально. Вот такой вот ролик. Вот так он стреляет по камням. Все, всем пока, до свидания.